и в серии «Двое», где умышленно не названы имена персонажей. Это обобщенные, так сказать, образы. И в серии, посвященной трагически оборвавшейся жизни кинорежиссера Ларисы Шипитько, фотографа прежде всего привлекает состояние души героя. Сейчас, по прошествии нескольких лет, снимки эти приобретают особенную, временную ценность. Мы уже знаем трагедию Ларисы Шипитько. И сегодня, с высоты своего знания, по-новому, философски вглядываемся в эпизоды ее жизни, ее близких, товарищей, ее окружения, ее удивительные глаза, словно отразившие ее судьбу.